отношения не имею. Более того, я хочу сказать, что я всю жизнь был конкурентом Ахметова. Есть такие слухи в части того, что там, ну, мы были в одном сегменте, не том рифтском. У меня не было сырья, не было политики, ничего, поэтому я интегрировал, скажем так, в дальнейшие переделы, в развитие, апгрейд делал. У него было сырье, доставались предприятия, но мы конкурировали на рынках. Более того, он был монополистом по сырью, и мы постоянно подали за справедливую цену. Иногда приходилось привозить из Бразилии, было дешевле, но заставить все-таки, чтобы цена сырья была меньше. Поэтому я там, на протяжении последних 15 лет был конкурентом Ахметова, а не союзником. Более того, я всегда критиковал Януковича и партию регионов за многие действия, которые они делали. Поэтому Ахметов — это заброшенная сейчас такая дезинформация для того, чтобы сразу выбивать возможные, скажем так, объединительные процессы.